Я Головенская Елена Юрьевна. Проживаю в городе Кременчук Полтавской области. Мой родной сын Головенский Алексей Сергеевич проходил военную службу пилотом в полку морской авиации Российской Федерации, который дислоцируется на оккупированной Российской Федерации территории Крыма в городе Саки. 5 марта 2022 года, выполняя преступные приказы командования российской армии, на самолете Су-30СМ вылетел в Николаевскую область, где был сбит украинским ПВО и попал в плен. Про эту новость мы узнали из средств массовой информации, просматривая репортаж про сбитых летчиков над Николаевым. Меня захлестнула боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно в Кременчуге слышали жуткий вой сирен воздушной тревоги. И мне было тяжело понять сына, как можно было выполнять преступный приказ командира про бомбардировку Украины. Естественно, я переживаю за своего сына. Попал в плен, но, слава Богу, остался жив. Прошу прощения перед украинским народом. И прошу за сына и за себя, что не смогла вырастить нормального, достойного человека.